мне лицо поделали. Привет, мои дорогие, это уже новый день, а мы ездили в Боснию и Герцеговину, но там я почти ничего не снимала, сделала буквально несколько кадров, и если вы дошли до этого момента, то вы их уже видели, поснимала дорогу, мы проезжали Хорватию, это тоже поснимала, и сегодня у нас, вроде бы, я смотрю, периодически выглядывает солнце, приятная погода, градусов 14-15, мне сегодня захотелось надеть все белое. Я вспомнила, что давно не было аутфитов, поэтому я сейчас вам покажу свой аутфит. Взяла второе зеркало, его установила максимально удачно. Надеюсь, ну, получится более-менее нормальная съемка. Ну, по крайней мере, максимально хорошая из того, что может быть. Потому что это зеркало, которое висит в спальне, оно очень удачное. Мало того, что оно искажает, плюс оно как-то так вот висит тоже непонятно, оно маленькое, второе такое же, но оно ничего не искажает. Но я его постаралась максимально хорошо установить. Так что посмотрим, что получится. Давайте я вам покажу свой аутфит. Ну, а потом, по традиции, как обычно, конечно же, поснимаю море и покажу вам ту красоту, которую вижу я. Полностью в кадре я не помещаюсь. Сейчас я встану, вы увидите, что я надела. Вот на мне белая майка, одна из моих любимых. И сегодня я решила надеть белые джинсы. Давно их не надевала и решила надеть, когда увидела солнце. Черные кроссовки на мне. Очень их люблю. Если увижу такого типа, то обязательно куплю. Но пока мне не попадаются, чтобы была такая высокая подошва. Такой каблучок. В общем, они мега удобные, легкие и стильные. А брюки у меня лежали, когда я их надевала. Не помню, но тоже, когда был солнечный день, очевидно. И вот решила надеть белую маечку, белые брюки и черные кроссовки. И также будет у меня еще моя черная куртка. Ну и сумочка тоже. Сумочка не совсем черная, с черной окантовкой, Burberry, моя любимая. Так что, ну не знаю, даже надевать куртку или нет, можно сюда еще что-то другое надеть, но на всякий случай надену, потому что если солнце, то очень тепло, когда солнце заходит за тучи, то, соответственно, прохладно. Поэтому, наверное, надену ее, ну будет жарко, сниму. Все, мои дорогие, я выхожу. И увидимся с вами уже на улице, на берегу моря. Все, целую, мои дорогие. Я вышла, а солнце вроде бы скрылось. Ну ладно, все равно замечательно. То есть там вот, с той стороны, вот видите, оно есть, а там уже серые-серые тучи. Ой, море, 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 море. Как же я люблю море. Любое. Любое. Летнее, зимнее, осеннее, весеннее. Шум моря. Просто обожаю. Я, знаете, хочу на какие вопросы ответить сейчас. Давно, кстати, собиралась, а тут вот вспомнила. У меня спрашивали, сколько денег нужно для того, чтобы жить в Черногории, на 1000 евро, сколько можно здесь прожить и так далее. Вот сейчас вам постараюсь все рассказать. Ну, смотрите, начнем давайте с недвижимости, да? Недвижимость тут стоит от 500 евро примерно. Ну, такая вот, это не класс люкс, это, ну, это такой вот комфорт-класс, да, как бы, скажем так. То есть новый дом, хорошая чистая квартира, студия, скорее всего, ну, максимум
с одной спальней и в хорошем месте. То есть, чтобы рядом была инфраструктура, чтобы море было недалеко. Ну, в общем, примерно где-то так вот от 500 евро. Но не могу сказать, что за 500 прямо вот полно таких квартир. Ну, нужно будет постараться, да, чтобы найти квартиру за 500 евро в месяц. То есть это будет либо студия, либо маленькая квартирка с одной маленькой спальней. То есть будет как бы салон и кухня соединенная, ну, тут везде так, и маленькая спальня. То есть если вам повезет. Ну, скажем, это может быть будва, вокруг будвы. Ну вот, где еще? Ну вот, примерно так, да. Потому что, ну, будва это считается самое такое туристическое место, вообще хорошее. Тут наиболее развита инфраструктура. И все стараются приехать либо в будву, либо недалеко от будвы. Также есть еще бар, ну, много чего есть. Котор, Тива там и так далее. Подгорица, но там нет моря, это столица. Все в основном рассматривают будву. Ну вот все, что я вам говорю, это будва плюс-минус, но цены в целом везде одинаковые. Что-то у меня майка перекосилась как-то. Вот, так что смотрите, вот 500 евро. Вы также можете найти, если вам повезет, скажем, и за 400, и может быть за 350, но это будет где-то далеко от цивилизации. Это будет... Может быть, дом какой-то такой, знаете, старый. Ну, в общем, если мы говорим о таком нормальном, хорошем жилье, от 500. Кроме этого, если вы приезжаете на месяц и больше, вам нужно будет оплачивать коммунальные услуги. Коммунальные услуги получаются где-то в районе 70-80 евро. Опять же, зависит от сезона и от того, ну, как часто вы пользуетесь кондиционером. Это может быть чуть меньше, это может быть чуть больше, но в среднем рассчитывайте где-то 70, 80, 67, 80, там 75, 82, в общем, примерно как-то так. Дальше. Приехав в Черногорию, вам нужно будет заплатить туртакс, туристический налог. Он стоит евро в день, а на детей до 18 лет 50 евроцентов. Вот тоже считайте. То есть, если вы, ну, двое взрослых, то это 60 евро. Если взрослый ребенок, то 45 в месяц. Дальше. Если вы планируете находиться здесь больше месяца, приезжайте там на зиму или на год, или на два, или на полгода. В общем, больше, чем на месяц, вам нужно будет выезжать и заезжать. То есть это называется виза РАН, либо в Боснию и Герцеговину, либо в Албанию, если у вас есть шенгенская виза, либо в Хорватию, либо в Сербию. Ну вот, кто куда хочет, может, тот туда и едет. В основном выезжают в Боснию. Но кто живет, скажем, в Баре, там вот внизу, ближе к Албании, и у кого есть шенгенская виза, те выезжают в Албанию. Виза РАН на человека стоит 25-30 евро. Если найдете за 25, хорошо, если нет, то заплатите 30 евро. То есть тоже считайте, это ежемесячный расход. Что еще? Вроде бы все, вот из такого: квартира, коммунальные платежи, туртакс и виза РАН. Вот, да, все вам сказала. То есть вот считайте, сколько это стоит. Ну и дальше что? Остается питание, рестораны, всякие там шампуни, кремы и так далее, да, такие вот, такая сопутка. Но питание здесь не дешевое, я вам сразу говорила, рестораны тоже не дешевые, я сравниваю с Европой. Что сколько стоит, ну, я вам показываю постоянно, да, вот, покупки там, ну, и называю в основном все, сколько стоит, да. То есть, вот, допустим, смотрите, просто сходить так вот в магазин, ну, так особо ничего не купить, это 50 евро. Ну, что там, яйца, сыр. И то вот мы немного, да, покупаем яйца, сыр, там какую-нибудь закуску, например, там курицу, что там еще, воду. Тут все покупают воду, потому что из-под крана
Туристы не пьют, местные вроде как пьют, насколько я знаю, мне так говорили, но тоже не все. Она хорошая, чистая, но в ней очень много кальция, да, соответственно, это камни в почках, ну, риск, да, образование, там, это накипь на чайнике и так далее. Поэтому все покупают воду. Вода здесь стоит, большая бутылка, сколько там, полтора, да, вот литра, 80 евроцентов, 90, ну, зависит, да, вот. Так что, ну, там что еще, воду, фрукты какие-то, овощи. Ну, ничего особенного, да, там понемножку того, другого, третьего, 50-60 евро, то есть вот так вот. Меньше никак не получается. Ну, может быть, есть какие-то, знаете, там на трассе магазины огромные, где что-то будет стоить дешевле, но это ехать туда нужно, да, соответственно, это надо арендовать машину, ну, и потратить полдня на это. Ну, этим мало кто занимается. Насколько вот я знаю, все идут там в магазины, в супермаркеты, которые находятся недалеко, и как бы там покупают продукты. Но в основном вот то, что я видела до сих пор, в основном плюс-минус везде все одно и то же. То есть нет такого, что где-то, скажем, что-то стоит 5 евро, а где-то евро. Ну, то же самое, да? То есть такого нет. Тут не дешево. Ну и также в ресторанах тоже блюдо может стоить, скажем, там, я не знаю, 10 евро, 15 евро, 20 евро, 25, если это морепродукты. Ну, в общем, по-разному. И посидеть в ресторане на двоих, опять же, если заказать по одному блюду, что-то выпить, еще кофе и десерт, но это может быть от 50 евро и выше, ну, в зависимости от того, что вы будете заказывать. Вы можете, например, два салатика заказать, например, каких-то там овощных, ну и два, там, я не знаю, бокала, стакана воды. Ну и вам это, может быть, обойдется в 15 евро. Ну, я не знаю, опять же, тут еще и от места зависит. О, выглянуло солнце, а там прямо тучи. То есть это все зависит. Но, да, порции тут небольшие, совсем небольшие. И вот как бы вот, ну так вот нормально посидеть от 50 евро и выше. Вот я вам прям точно говорю. Опять же, в основном можно, наверное, где-то что-то, может быть, найти и подешевле, если прям вот ходить, искать. Но мы говорим вот в среднем, да, о ценах в среднем. Вот и считайте, такие вот тут цены. Также некоторые люди тут делают вид на жительство. Но если вы делаете вид на жительство, то вы не можете выезжать из Черногории больше, чем на месяц в году. То есть вы 11 месяцев должны находиться здесь. Либо, в крайнем случае, если у вас какая-то экстра ситуация, вы должны писать заявление в полицию, чтобы они вам разрешили выехать на более длительный срок, но не более чем на 3 месяца в году. Но вот кого устраивает... Тот вот делает вид на жительство, а кто, кому нужно путешествовать, передвигаться, двигаться, тот вот, ну и находится тут временно, тот вот выезжает на визаран раз в месяц, находится в Черногории столько, сколько ему нужно. Ну вот, вроде бы все вам рассказала, дальше уже сами считайте. Ну, в среднем квартира, если это две спальни, будет стоить где-то 800, 750, 900, 1000, 1200. Ну, вот в зависимости от дома, в зависимости от категории дома, квартиры, ремонта и так далее. Но в основном тут хорошие ремонты вот в современных домах. Вон, видите, какие волны. Такие чистые, современные, хорошие, приятные квартиры. Так что все, мои дорогие, как бы смотрите, считайте, на вопросы на все ответила. Если еще какие-то будут вопросы по Черногории, задавайте, пишите под этим видео. Я в следующих видео отвечу на все вопросы. Все, мои дорогие, на этом тогда я буду заканчивать это видео. Благодарю вас за внимание. Всем отличного настроения, удачного дня и, конечно же, до скорой встречи. Всех целую, обнимаю. Пока-пока из Черногории.